День ремесел Дагестана пройдет сегодня в Москве. В Русском географическом обществе покажут документальный фильм про декоративное прикладное искусство республики. Картина была снята прошлым летом Михаилом Барыниновым и Семеном Аманатовым. Режиссеры посетили Махачкалу и Дербент, также побывали в таких селах, как Кубачи, Хучни, Маджалис, Унцикуль, Гацатль, Балхар и Тюбе. Затем откроется фотовыставка «Дербент. На стыке вековой цивилизации». Здесь будут представлены фотографии авторов 20-30-х годов прошлого века. Часть из них будут выставлены впервые. Также пройдут мастер-классы, где любой желающий сможет поучиться азам древних ремесел. Ну а в конце мероприятия гости смогут попробовать блюда дагестанской кухни и вино.